Есть. О, нормально. Смотри, стреляем уже намного лучше. Это очень даже хорошо. Собираем. О, 500 долларов. 500 долларов собрали. Сейчас еще посмотрим. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру, называющуюся Антитеррорист Страж. И у нас, значит, суть игры в том, что нам нужно убивать вот этих всех плохишей. У нас закончились метательные ножи. Посмотрим, докуда мы можем дойти, и мы немножечко собрали с вами денег. А ну как немножечко? Достаточно-таки много, 746 долларов у нас. Вот, уже 800 долларов. Ну все, дядька так наш отходит. Рапорт, уровень 0.1, пройдено 32%. Так, хорошо. А давайте посмотрим арсенал. Что у нас есть по арсеналу? Оружие. Мы совмещаем оружие и получаем новый предмет. Хорошо. Берем этот предмет. Так, что у нас по очкам? О, можно очки совместить. И получили новый предмет, бандана. Так, а очки мы, получается, сняли, да? Бронежилет у нас один. Хорошо. Так, особое. Давайте посмотрим особое. Нож. Давайте приобретем ножичек. Так, ладно. А эти мы не можем пока, да, открыть особые вещи. Ну, давай нож туда улучшим. Все. Денег больше нету. Поехали дальше. А, смотри, у нас уже 4 ножа. Хорошо. Есть. О, нормально. Смотри, стреляем мы уже намного лучше. Это очень даже хорошо. Собираем. О, 500 долларов собрали. Сейчас еще посмотрим. Так, вот эти вот, смотри, детки такие, да, мощные. Ё-моё, все убили. А, ладненько, сколько мы заработали, давай зайдем в арсенал. Так, а что у нас здесь в арсенале есть? А, мы еще, мы очки получили, нифига. Давай две банданы, что получим. О, новый предмет, черная бандана. Ну, неплохо. Неплохо, поедем дальше в атаку. Так, давайте, ножи я буду использовать в конце, когда уже совсем тяжело будет. А, ну, я не знаю, как бы, как лучше. Как лучше это сделать. Так, все, надо два ножа выкидывать. Ё-моё, просрали один нож, ё-моё. Ладненько, будем аккуратненько сейчас идти. О, смотри, сейф. А ну давай, забери. Есть, мы забрали, ребятки, сейф. Я не знаю, что в этом сейфе, сейчас посмотрим. Да, и кучу денег мы собрали. Чуть-чуть мы не прошли, А, давайте посмотрим, что у нас есть. А сейф мы собрали? А, давайте откроем, кликай для открывания. Опа, ух, нифига. Ой, как классно, смотри, сколько всего мы нашли. Так, здесь мы можем ножичек купить один. Ладно. В арсенале посмотрим. Мы сейчас будем с вами собирать пистолетики. Вау! Смотри, какой ручной пулемет. Угу. Так, да тут больше ничего не можем собрать. Ладненько, но с пулеметом тоже классно. Так, очки мы собрали. Тут ничего интересного нету. Поехали дальше. Так, ой, как смотри, как хорошо стреляет. Ой-ой-ой, мне это нравится оружие. Так, опять какой-то, значит, сундучок. Так, а ну-ка, сколько у нас там здоровья, нормально? Я думаю, даже мы эту катку пройдем с вами, ребята. Сейчас я буду ножи использовать. Есть. Ой-ой-ой, смотри, слишком рано я бросил нож. Ну, прошли, прошли, даже 3 ножа у нас осталось. Хорошо, хорошо. Так, что там в арсенале? Давайте сюда зайдем. Очки, бандана, и что мы получим? О, кепочку. Кепарик, угу. Что у нас здесь? Футболочки. Ага, что это такое у нас? Какая-то одежда. По оружию. Давайте соберем, может быть, что-нибудь соберем. Но нет, ничего не собралось. Ладно. Ладненько, поехали дальше. Смотри. Тут их много, чуваков. Ой, на, получи ножом. Нет, смотри, я не успеваю эти ножи выкуливать. А почему он только в одного стреляет? Там же... Ножи кидает. Там же много дядек было. Ладно. Будем знать, что с ножами нужно будет аккуратно. Как бы, знаешь. Ножи это такое дело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сундучок мы не взяли. Угу. Ну, понабирали много чего интересного. Сейчас посмотрим. Так, по оружию ничего мы не можем собрать. По шляпкам тоже. По футболочкам тоже. Ну ладно, поехали дальше. По ножам нужно мне аккуратно. Не спешите ножи бросать. Потому что смысла нету такого большого в этих ножах, я так понял. Давай попробуем. Ой, как хорошо. Я понял, как надо по ножам действовать.
когда они внизу, их много. Бросать вот вниз. Во. А, все, ножи-то кончились, алло. Ну, денег я много собрал, 3800. Но хотел бы что-то... О, сейф я взял, сейф, что-то я не помню, что я сейф брал. Давайте посмотрим, что в сейфе. Ух ты, много всяких различных вещей, да денег много. Вот здесь я вот это вот особые вещи, не знаю, как их открыть. Но давайте тогда будем прокачивать нож. О, 5 ножей у нас теперь. Ну, не сильно и много. По оружию давайте соберем вот так вот, вот так вот. О, новое оружие будет у нас. Угу, ручной пулемет, офигеть, круто. Так, здесь еще по банданкам. Банданки собираем, открываем. Ух ты, кепарь, кепарь какой. Смотри, у нас здоровье будет лучше. Хорошо, по броникам что у нас? Защита у нас 11%. Сейчас посмотрим, сколько у нас сейчас будет. 11, и у нас стало... А также 11 почему-то висит защита, я так и не понял. Так, давайте здесь что соберем. Так, здесь ничего не собрали, хорошо. Поехали дальше. Так, вот сейчас я буду кидать. О, есть, удачно. Удачно, удачно, удачно. Вот здесь прям побольше я сейчас поднакидаю. А, все, ножи кончились, ладно. А, о, чемоданчик берем. Хорошо, сейчас возьмем чемоданчик. Так, еще один чемоданчик, я надеюсь, возьмем. Хорошо, два чемодана, уже вообще неплохо. И у нас вот такой чувачок уже более-менее. Вау, мы прошли уровень. Мы прошли, ребята, с вами уровень. Отправляемся на вертолетике дальше. Заходим в особое. Ух ты, мы активировали собачку. Покупаем собачку. Хорошо, в арсенал заходим, смотрим. Кипарики. Так, ладно, здесь ничего не собрали. Так, по одежде. Футболочки, вот эти вот, зелененькие. Так, нет, ничего такого больше не собрали. Идем дальше, в атаку. Давайте пса пропустим, посмотрим, что он будет делать. О, хорошо. Смотри, какой пес, он не останавливается. Смотри, нифига. Так, только сейчас остановился. Так, а ну-ка. Все, пёска наша убежала. Давай еще одного песика. Вот, хорошо, хорошо. Мы сейчас, может, даже уровень пройдем. Не знаю, не знаю. Может быть, и пройдем с вами, ребята, уровень. А может, нет. Плохо, что у нас собачки больше нету, песика. Да, да, да. Прошли мы уровень и собрали кучу денег. Сейчас посмотрим, что нам дадут еще в особое. А, гранату. Угу. А, давайте лучше пёску. Возьмем еще одну пёску. А, гранату потом купим. Арсенал заходим. А, что у нас тут есть? Банданчики собираем. Так, тут ничего не собрали. Хорошо. Отправляемся дальше, друзья. А, нет, смотри, дали все-таки нам бомбочку. Бомбочку все-таки нам дали. Давай собачку бросим. О, какой-то ниндзя, смотри, гад. Давай, пёска. Давай еще одну собачку. Так, ну у нас еще два песика есть. Ну здесь я не знаю. А, да, давай, давай его. На этого ниндзя. На ниндзю этого пустим. О, еще можно. Давай, пески. Давайте, давайте, давайте. Кусайте их, кусайте. Вот, молодцы, молодцы. Ой, все, все. Отходим. А, что мы получили? В арсенал сейчас зайдем. Банданы. О, два кипарика и получаем новое, что-то новое. Ага, зелененькая кепочка. Хорошо. И здесь у нас есть... Так, здесь ничего не открыли. Хорошо, ладно. Отправляемся дальше. Так, сразу пёску и бросаем гранатку. Ё-моё, давай еще одного пёсика. Еще можно одного. Во. Есть. Так, у нас только пёска еще одна осталась. Давайте запустим пёсочку. Пусть сражается. А всего у нас денежек, ребята, 5000. Может еще гранат купить, слушай. Гранат это тема. Давай, 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 пройди, пожалуйста. А, все, сейчас. Нет, все, мы забрали. Что-то мы взяли. Ох, нифига себе, сколько, смотри, кипариков. Оружие взяли, футболочку. Так, заходим в особое. А что здесь прокачаем с вами, ребята? Давайте гранат. 3 гранаты будут у нас. Неплохо. В арсенале что? По оружию тут ничего не соберем. А по кипарикам мы что-нибудь даже с вами и хорошее. Не, ничего не собрали. Ладненько, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь. Так, собачку сразу. И сейчас будем бросать гранатки. Ой, хорошо. Так, гранаты закончились. Еще одну вот пёску.
и будем сейчас ножами кидать. Смотри, какие они сильные, да? Вот эти вот чуваки. Так, давай еще одного пса. И еще давай. Давай, два песика. Давайте. Давайте, ребята, покусайте их. О! Смотри, сейф, сейф, сейф. Хоть бы добежал до сейфа. Давай, еще чуть-чуть. Так, еще чуть-чуть, пожалуйста. Есть. Хорошо. То, что я хотел, я взял, ребята. А я взял с вами сейф. Давайте откроем сейф. Вау, оружие, смотри. Это уже интересно. Так, в особое, давайте купим еще собачку. И зайдем в арсенал. Ага, вот у нас будет новое оружие, смотри. Ой, какой красивый этот самый автомат, ручной автомат. Так, по оружию можем еще вот так собрать, но больше тут ничего не соберешь. А здесь очки собираю. Ага, вот, смотри, новый кипарик. Ух ты, это же ушанка, шапка-ушанка. Так, а тут что? Так, еще зелененькая такая. Ладно. По защите, по защите. Мы тоже сейчас, смотри, с вами собираем новый бронежилет. Стандартный синий бронежилет. Ох, какой красавец у нас мужчина-то, а? Давайте дальше что-нибудь соберем. Так, все, собрали. Угу. Ну что ж, отправляемся в атаку. Посмотрим. О, смотри, как хорошо стал стрелять. Так, собачку сразу. Давайте вот это в ниндзю. Так, что-то мы собрали. Давай еще одну собачку. Так, у нас есть бомбочка. О, слишком я поспешил, наверное, бомбочку кидать. Давайте еще одну собачку. Так, нож. Давай песочку еще одну. О, песок у меня много. Все, убежали пески, к сожалению. Ладно. Ну, денег мы много, в принципе, денег собираем. Уже 5000. 5800. А, эти атакуют прям. Не знаю, сейчас, может быть, даже я завершу уровень, ребята. Да-да-да, завершили мы уровень. В принципе, было несложно. И почти что 7000 мы заработали с вами, друзья. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Если понравилось просмотр, если понравилось, да, прохождение, то ставь лайк, обязательно ставь лайк. Пиши комментарии, если хочешь, чтобы я тебе передал привет, пиши, передай мне привет. И в следующем ролике, когда я прочту твой привет, я буду снимать. Я тебе обязательно передам привет. Ну что ж, всем пока-пока, до новых встреч. Не забывайте заходить на канал Дуда Плей. Заходите почаще. Всем пока.